С 1 июля саратовцам придется платить больше. В регионе проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Средний рост по области составил 8,2%. В Саратове эта цифра чуть выше – 9,1%. К примеру, отопление в областном центре подорожало почти на 8,5%. Электричество практически на столько же. Теперь горожане за свет будут платить 3 рубля 4 копейки. Ранее – 2 рубля 80. А жители сельской местности – 2 рубля 13 копеек, ранее рубль 96. Дороже всего оценили тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они повысятся на 11% и 15% соответственно. Это связано с плачевным состоянием Саратов-водоканала. Тариф на холодную воду установлен в размере 19 рублей 73 копеек за кубический метр. Он вырос почти на 2 рубля. Водоотведение с 1 июля стоит 9 рублей 89 копеек, что на рубль 30 больше. Газ обойдется чуть дешевле. Для горожан, проживающих в домах с газовыми плитами, голубое топливо подорожает на 60 копеек. Тариф составит 8 рублей 49 копеек.